В Карелии региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилфонда планируется завершить раньше на 2 года, в 2023. Так, на сегодняшний день более 2500 человек уже переехали из аварийных домов, сообщает Минстрой Республики. На этом этапе расселяют дома, признанные аварийными с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года. Всего их в республике 643. Там проживало более 9000 человек. В Сегежском районе действующая программа расселения завершена полностью. Жители получили компенсации, либо им было куплено благоустроенное жилье на вторичном рынке, или предоставлены квартиры в новостройках. В Кондобаке сейчас строятся 2 80-квартирных дома для переселения из аварийного жилья кондопожан и 80 суаярских семей, а также один дом в Лахденпохе. В планах возведения новостроек в Суаярве, Петрозаводске, Янишполе, Медвежьегорске, Пиндушах, Сартовале и Беломорске. Уже сейчас можно переехать из аварийного жилья, находящегося в любом населенном пункте Карелии, в новый дом в Марциальных водах. Здания, которые были признаны аварийными после 1 января 2017 года, начнут расселять в 2024 году.